Скажите всем привет, да? Всем доброе утро. Мы играем, мы уже наелись, переоделись и играемся. Смотрите, что творится на улице. Мама, как раз вы видели, что на улице. А нам сегодня срочно нужно в Павловскую по делам. И в поликлинику, и сюда в амбулаторию, и еще там заехать нужно. Вот. Так что дел у нас сегодня полно. А на улице такая красота. Что такое? А что такое? Ну все, мама подошла, мама сбила, да? Теперь будем кричать. Сейчас мама порядок наведет, сейчас бабуля приедет. Сейчас мама порядок здесь наведет немного. Красиво все разложит. Надо все красиво разложить, да? Дочь. Надо Мирка все бросает. Ой, ой, ой. Где молоточек? Молоточек где твой? Ну только что сели играть, на. Смотрит так, мама шапку одела, да? Вчера, скажи, одна шапка была, сегодня другая. Миланка не выспалась, сегодня с 5 утра со мной спала. А, получается, потом она легла, уснула, а все, у меня сон прошел. Я не могу, когда ребенок рядом спит, прям крепко спать. Это уже не сон. Да, доченька? Да, моя хорошенькая, мама уже тебя караулила, сторожила. Дамир, Дамир. Ура, вы посмотрите, какая красота. Кто там? Кто там? Милана, Милана, пока-пока, дочь. Пока-пока-пока. Она даже не смотрит. Смотрит, что папа делает. Ну как тебе погодка кубанская? Нравится? Не, нравится. Но у тебя уже вся куртка мокрая. Нравится, у тебя куртка уже вся мокрая, побежали. А? Куртка мокрая. Это раз, а два уже 37 минут, Рушан. Нам 20 минут осталось. И нас потом опять профутболит. Мы уже второй раз, потому что едем. Ох, классно, тепло, да? Ветра нет. Вообще нет ветра, вообще классно. Не ветра вообще. Ох, зимняя сказка. Красота. Ой, как красиво. Все белым-бело. Весь мокрый. Весь мокрый. Тебе надо было стряхнуться сперва, потом садиться. А бесполезно, пока я сяду, она все, я пока бежал, я застряхивался. А на толку она садишься, ты что, ты такая же. Ты стряхивалась? Я, да. Так, а сумка моя же здесь, да? Приехали. А там начали компьютеры пищать, да? И все. Произошла какая-то авария. Авария произошла, и теперь, короче, это... Через... А, тоже не работает. И Сбербанк, да, не работает? Ё-моё. Поехали тогда дела сделаем какие-нибудь. Например, в светофор съездим. Что нам еще надо было сделать? А, ты думаешь, в светофоре все есть? Да, должен быть. А что нам еще нужно? Светофор и в этот, СДЭК. Пойдем, а то мы посреди дороги стоим. А где машина? Там машина вон там. Вот так вот, блин. Сказали, в течение часа не будет света. Ну это можно будет ехать, когда по светофорам понять, дали свет или нет. А потом приедем, да, и наша очередь уже пойдет. Что ну, мы к 9 приехали. Примут, потому что мы здесь летем. Но мы же не сидели до конца. Мы же ушли. Все уже, да? Уже да. Прекратил сыпать. А так красиво было. Как в сказке. Красота. Но уже, видите, каша уже тает. И все. Потому что плюсовая температура.
Ох, а как я сюда зашла? А-а-а. Вчера позвонил этот мужчина. И знаете, что говорим по поводу дома? Если мы приедем сразу же с вами, рассчитаемся за дом, через сколько вы освободите дом? У меня началась сразу такая паника, зима на дворе. Как освободим? Нет, я не хочу. Я давай ходить по комнатам. А мне все так нравится, я все так люблю. Наши эти большие окна, эти лавки под окнами. Это такой, блин, кайф, когда идет дождь, ты садишься, смотришь в окно. Я говорю, скоро этого не будет. Такое место у нас, понимаете? Там нету такого, чтобы машины ездили, гоняли. Шум какой-то. У нас такая тишина. У нас слышен только собак. Да, и животных, и птиц. И к поликлинике привязано. Это столько сейчас надо будет дел переделывать, куда-то переезжать. И о! И это только в Павловской придется нам здесь остановиться еще. Пока мы не найдем дом. Я говорю, может, это передумаем? Он такой, нет. Я говорю, столько деревьев посажено. Они вот-вот только начали плодоносить. Я так долго ждала их. Я с ними даже разговаривала. Все, как бы это. Чего? Я даже говорила, говорю, когда вы начнете уже плодоносить, давайте. Прошу, что у меня голос не может остановиться. Все заново. Заново посадится, все это. И заново это все будет ждаться. И это же не вот. С Шаном спорили, я говорю, диван заберем, он нет, оставим. Я говорю, давай заберем диван, говорю, на чем мы спать будем в первое время? У нас кровать есть. Не, ну да, мы, во-первых, мы, если бы, допустим, понимаешь, даже вот элементарно, можно было бы забрать его, если бы мы знали, допустим, да, ага, все, дом продаем, мы переезжаем туда-то, туда-то, в такой-то дом, и мы знали, ага, диван мы поставим сюда, а мы же не знаем, куда мы его денем. Вот элементарно, вот, допустим, представь, мы продали дом, нам сказали 15 дней, мы за 15 дней не нашли дом. Не найдем. И не найдем. Мы снимем квартиру или снимем дом, вот. Да надо ездить и искать. Да, это, во-первых, нужно дом найти такой, чтобы этот диван туда поместился, потому что мы диван выбирали именно под этот дом, под этот угол. Вот. А тут получается, ты его, во-первых, разберешь, упакуешь в пленку, не найдешь куда поставить, будет он стоять где-то, он напитает в себя влагу, там, еще что-нибудь там. Не дай бог это окажется, допустим, мы же не знаем, где мы с ними, допустим, если мы квартиру найдем, да, какой-то гараж придется, в гараже там могут мыши, сырость и тому подобное. И в итоге потом получается, мы, скрипя зубами, этот диван выкинем. Ни себе, ни людям. Или просто за копейки продадим. Да. А тут получается, для людей, может быть, это станет толчком, как, ну, диван остается, ну, вот мы приедем, и уже, по крайней мере, есть где спать, да, не надо это, да? Тем более, этот диван подходит под этот... Этот стиль. Да, там камин, да, тоже такого же цвета, там вот эти вот, все под дерево, да, вот, ну, как-то так вот сочетается все. А приехать, грубо говоря, опять же говорю, мы его поставим туда, да, хорошо, мы найдем, но он пойдет, и потом что, нам делать ремонт под этот диван? Нет. Ты хочешь в светлых тонах, и куда мы его в итоге потом? Мы его тупо будем, выставим на Авито или что-нибудь такое еще и будем продавать. А зачем нам это надо? Во-первых, его же перевозить. Это, вот, допустим, грубо говоря, вот он в прицеп, да, он один только в прицеп и встанет. И что? Ты опять говорю, это, нет, это не тот, а, там допустим, шкаф. И вот ты тых-тых-тых-тых-тых сложил, он не занимает много места, допустим, да, аккуратненько. К стеночке поставил, да, даже элементарно, допустим, там, не знаю, у твоей мамы в летней кухне, я говорю, я образно говорю, допустим, поставил, он немного места занимает, все. Вот. А диван же ты его никуда не поставишь. Та-та, мало что не поставишь, ты еще не в каждый его дверной проем занесешь. Так что диван мы оставляем. Да. Мы уже так говорим, как будто дом продаем. Мы дом продаем, просто он еще он просто еще не видел, что как, он уже переехал, понимаете, этот мужчина. Ну, но может, он с женой. Может быть... Он больше, короче, интересуется за речку. Да, может ему понравилось по фотографии, ему почувствовал прям. А иногда ты смотришь на фотографии, и ты себя уже видишь в этом доме. Да, мы там купили клей для обоев, и нам нужно вот эту вот сторону, где мы хотели сделать пристрой, нужно будет ее это заклеить обоями заклеить, потому что у нас там это с
стенка вот эта не проклеена обоями. Мы ее не проклеивали специально. Да, чтобы потом, вот, когда делать проем, дверной, допустим, проем, чтобы не портить ничего. Мы хотели сделать дверной проем, мы оставили обои, а потом уже аккуратненько все доклеить. Ну, как получилось, так получилось у нас. Ничего не поделаешь. Там можно пристрой сделать. Можно. Можно пристрой сделать, намного легче было бы, если его сделал бы ты вот сюда, во двор. Не туда, да? А вот к трубе газовой. Ну, тут два работа до заезда под машину не было. Ну, там, представьте, что было бы. Вот да. Сюда легче сделать, да, вот прям берите, хоть завтра берите, стройте. Вот в эту сторону, в сторону дядь Коли, вот туда, к белому забору, к клумбе, туда. Туда, конечно, легче. У это вот даже... надо будет вот это окно убирать, получается, и дверь убирать. И вот он делать пристрой. Вот можно сделать при желании, у кого, как говорится, есть деньги. Да и туда, и дальше туда можно пристроить. И туда можно, сделать, да, тоже, если у кого есть деньги. Вот. Возможность. Хорошая возможность. Нет, ну, там есть вариант пристроить как бы и без хорошей возможности. Есть вариант пристроить без хорошей возможности. Вот. Но единственное, нам надо будет учесть кое-какие моменты. Есть, вы знаете, как у нас в законах всегда есть форточка. Вот. Допустим, можно построить так, а можно построить, как бы это не по закону, но вот так. Но оно никуда не денется, оно будет крепкое, все надежное будет, все железобетонное будет. Но сделать одну форточку, и все. И никто к тебе не скажет, допустим, что там как-то ты не так построил. Вот, есть. И, в принципе, мне объясняли уже, как это можно сделать. Вот. И мы можем сделать этот пристрой, мы можем сделать две спальни. И они будут жилые, теплые, отапливаемые, все будет хорошо. Вот. Но мы этого не делаем, потому что, еще раз говорю, это вложение, которое просто рано или поздно, да, оно того не стоит. Если захотим переехать. Мы захотим переехать, а мы захотим переехать. Вот. А мы сейчас сделаем этот пристрой, вложим еще миллион, а в итоге... Дом все-таки продадим за 3,5. Да, поэтому как бы, поэтому не потому, что, допустим, там по каким-то там вопросам, что там дорого, недорого, мы просто считаем, что это нецелесообразно для нас. Вот. А кто, допустим, переедет сюда и, допустим, вот для них здесь все, это их уголок, они считают, что для них это все, как бы, все, что нужно. Вот. Почему бы нет? Пристроили, тем более разрешение уже у нас будет на руках. Вот, поэтому оно как бы уже будет проект, потому что мы за него заплатили, нам его сделают. Вот, нам сделают грани и как бы скажут, все, пожалуйста, только стройте, вот, а потом принесете нам документы. У нас вот этот документ уже, можно сказать, на руках. Вот. Захотят, пожалуйста, пусть строят. Никаких уже не надо будет там ничего бегать, денег платить. Поднимай, строй и все. Так что посмотрим, что получится, что не получится. А там еще люди писали. И даже нет, писали, там много кто писал, да, еще женщины. По поводу речки, можно ли купаться, если там даже, да, там такое интересное было, да, скажи, написали. Mm-hmm. Нет, это, по-моему, самый первый, да, комментарий это был, нет? Нет, это было здравствуйте, а в речке можно купаться? Нет, А в речке купаются? А где у тебя телефон? Покажи. А у меня сейчас не зайдет. Ну там, короче, типа того, что это, здравствуйте, а в речке купаются? А в речке, можно купаться? Да, можно купаться. Я написал, можно, купаются там. Купаются, да. Как бы. Там нет, бывают водоемы, где строго-настрого написано, купаться запрещено, потому что вода там какая-то там это... Ой, честно, я в речке забоялась бы купаться, побоялась. Не, ну опять же говорю, тут от человека зависит, кто-то купается, боюсь, кто-то в речке нет. Купаться. Надо было написать, мы на море купаемся. Все, да, пойдем. Вот этот мужчина, который вот хочет купить дом, такой прям упертый, да. Он вот видно, да, вот к нам приезжали. Я реально этого, покупатель, говорит. Да, до этого к нам приезжали люди, смотрели, так прошлись, посмотрели, все. Были даже такие люди, которые в дом не стали заходить, значит, их что-то не устроило. И это... И что-то хотел. А этот прям уперто, а это как, а то, как, а там, как, а тут, как, да? А, мне понравилось, говорит, сначала скидку, говорит, а скидка будет, вот у нас столько-то, столько денег, как бы, да, там, вот столько-то, столько-то, давайте так, мы, типа, нет, мы продавать не торопимся, как бы, да, скидок нету, вот. Ну, хорошо, если что, говорит, передумаете, говорит, пишите, ну и все, часа не прошло, а если вот мебель оставить, а можно еще фотографии, это, а тут мы, короче, поговорим, тесть сказал, поможет, если что. А, вот, и мы не стали сильно прям так завышать. Мы поставили реальную цену. Да.
И это, ну, мы сказали этому мужчине, что к весне мы, конечно, поднимем цену немножко. Потому что к весной по-любому да. Там уже где-то там... Весной мы поднимем цену, мы сразу предупредили, мы сказали. Вот, и вот такие вот у нас условия. И вот, он согласен. Ну, как говорится, посмотрю, что дальше будет. Ему говорю, еще нужно это... Одно дело по телефону, по фотографиям, а другое дело, когда ты приедешь, почувствовать по-любому ты найдешь какой-то косяк, ты должен прочувствовать, да, твое это, не твое. Когда мы маме искали дом, много было хороших домов, скажи мне, вот особенно на Азовском микрорайоне, в Павловском, очень понравился дом. Я аж стояла и не хотела туда выходить. Я говорю, мама, какой классный дом. Вот были бы у меня деньги, я сама этот дом купила. Помнишь? Угу. Там арка такая, когда ты заходишь во двор. Да-да-да. Кирпичный белый. Это коттедж на два хозяина. Да, я думала, еще маме так будет, ну, не так страшно, ну, так удобно, там такая кухня хорошая. Как из балкона, да, сделано. Вообще, ну, шикарно все было. Мама сказала, я зашла, почувствовала, что это не мое. Видите, вот так вот бывает. Ну, вот. Потому что человек должен зайти и почувствовать, что это его, что ему здесь все нравится, его все устраивает. У нас хорошо. Вот эти, кто к нам приезжал, вторые или третьи, не помню, вот они сказали, что как хорошо, где теплица, да, отгорожено у вас хоздвор. Помните, мы вот этот городили? Отдельная зона, да. Отдельная там. Зона у нас хоздвора, отдельная зона здесь у нас это, придворовая. Ну вот это вот тоже там женщина говорит, ой, как... Хорошо, говорит, это получается, грубо говоря, там моя зона, а там уже типа этот. Она сказала? Угу. Ну, уж типа это. Но она тоже с Сибири, и она говорит, вот это для меня, говорит, это все близко, как бы грядочки, грядки. Это все, да, говорит, такая отдельная зона, аккуратненько, небольшая, как бы, да, там. А огород там кто еще хочет лишний. Да, огород, он такой огромный, не нужен. Зачем? Убиваться, здоровье убивать. Мы тоже с Рушаном посчитали, вот мы картошку сажали. Сколько мы денег, времени и сил потратили на эту картошку. И ты когда опрыскиваешь эту картошку, ты тоже дышишь. Да, мы тоже этим дышим. Мы это же обработанное все едим, да. Всю эту химию, можно сказать. И вот такую потом ты выкапываешь, сколько ты еще труда, еще такая жара на Кубани стоит. Это того просто не стоит. Легче купить картошку и поставить. Три мешка потом, вот допустим, так хватит. Ты поливаешь, когда поливалку ставишь, ты же тоже мотаешь свет. И свет, да, все мотаешь, конечно, и силы, если и свет, если бы, я понимаю, она вот такая бы вырастала, другое дело, да. Можно было бы сажать. Два максимум редка посадил, для того, чтобы молодую покушать, да. И все, мы больше тоже не так надо. Решили. Мы будем сажать только на молодую, чтобы молодую покушать, и все. А на зиму мы уже будем закупать. Взять оно тот же самый лук. Того. Взять лук, допустим, да? Вот. Посадили мы лука, там, тьма тьмущая, да, в итоге, грубо говоря, половина у нас выбросится. Да, пропадает. По какой причине? Потому что у нас тепло, вот, и он начинает прорастать. А что значит пророщенный лук? Начинаешь его резать, а внутри он это, либо сгнивший, либо вот этот стрючок, или этот, лук выкидывается. Ой, половина. Ладно, пошли, у нас час времени. Пойдем, свободного. Да. Сейчас мы быстренько пробежимся, я там еще Милане заказала два костюма такие классные, потом покажу. Все, пойдем. И мне надо в ДЭКС ездить забрать. И нам нужно еще куда-то успеть. Куда-то. Не помню, куда-то надо. Опять светофор. Попытаем удачу. Мама попросила пергамент купить и на 60 литров эти пакеты купить. И напомню сейчас, чтобы не забыть. Так, контейнеров нету. 60 литров. На 60? Значит, два надо брать. Это с завязками. Ну, а что, завязка им плохо? Не, я думаю, там достаточно толстый. Два пергамента. Ну-ка, да, потрогаю, достаточно толстый. Да, вроде бы, да, нормальный. Но нету контейнера. Все, надеюсь, компьютеры включили. Вернулись. Сейчас посмотрим. Красота, не могу налюбоваться на эту погоду. Прям даже как-то и не верится. Да, вот это все-таки нравится. Что, под ногами нет? Может, здесь уже все тает. А так все хорошо начиналось, да? Да, так хорошо утро начиналось. А нам вот сюда. Теперь мы в поликлинику приехали. Туда ходили на массаж. Теперь нам сегодня... Что, сюда? Ну да. Этот мужик написал. Я же написал ему. По поводу дивана? Да. А, написал. Просто лайк ответил, и все. Что это значит?
Ну, думают, решают, это же тебе не это, не шапку купить. Иногда жаль бывает, для шапку дольше покупаю. У нас уже все. Рушан с меня хотел на ватрушке покататься. Мы пока приехали, пока все свои дела сделали, детей покормили, на сон уложили. Потом опять, вот я сейчас только что им печеньки дала, пока мы печеньки поели. Сейчас играем. Смотрю, здесь Коля ходит. Я Рушану говорю, сходи к дядь Коле, он скучает так по нам. Ходит, подошел. Где здесь он? Вот он. Подошел к забору, стоит, смотрит. Никого нету, скучно. Я Рушану говорю, сходи к дядь Коле. Дядь Коля скучает. Не любит зиму, говорит, все, говорит, спрятаны, никого нету, скучно. Огорода нет, рыбалки нет. Ну, вот так вот. Даже отсюда слышно, что Рушан здесь Коля разговаривает. А Рушан разгрузил только что комбикорм. Пойду детям свет включу. Вы мои кузнечики. Дамира, ты все выбрасываешь, да, как обычно? Бери, Миланка балдеет. Молодец. Опа, на попочку. Ой-ой. Дамирчик, давай. Давай, мой сладкий. Нет, да, съел. Ну ничего, значит не время, да? Сыночек, значит не время, да? Придет наше время. То мамка слишком много хочет. Да, даже Милана говорит, да, мам, ты слишком много хочешь. Вот, сейчас Рушан покормит животных, придет, будем что-то думать. Мы контейнеры же так и не смогли найти, а у нас здесь, я сейчас покажу. Так, сейчас покажу, вот, на комоде, вот, и вот, некуда девать. Просто я не хочу, допустим, вот так вот пачками вещи составлять в этот в шкаф. Вот один контейнер есть, сейчас буду что-нибудь думать, придумывать. Вот такие дела. Но это тоже не все, что у меня еще стирка. Сегодня мама детская постирала, пока нас не было. Я пол мыла, пыль вытирала. Не разговаривает дочь? Давай мама сделает, дай маме сделает. Маме дай. Нет, да? Ну ладно. Рушан идет. Настойчиво стоит. Можно упасть. Или что-то там. А, вот на кубик. Так, Зыночка, зачем ты скинул мне полотенчика? Я же его сушу, это же ваша. Ой, давай, это ты сейчас уснешь. У мамы и так дома бардак, еще и ты добавляешь, да? Дамир, Дамир, мама сейчас будет тебя ругать. Хватит ее за волосы, такая хватка у него, я даже руку еле расцепляю. Побеганчик. Побеганчик, маленький, любимый. Уже волосики у нас как отросли. Внизу вьются, в кого же у нас волосики-то вьются.
Дамир тоже ежика научился делать. Дамир, Дамир, покажи злого ежика. Маме покажи. Давай, ты мой золотой. Ой, ты мой хороший. Что-то сделала, доча? Да? Ладушки, ладушки. Как мама учила. Ладушки, ладушки. Миланочка, ладушки, ладушки. Где были у бабушки? Что ели кашку? Что пили молочко? Молочко, молочко, пейте, детки, молочко, будете здоровы. Дамир, покажи ладушки, как мама учила. Дамир, ладушки. Не, им сейчас не у нас. Я свои тут сейчас. Интересно. О, пополз тут. Мне вот интересно, сколько Милана уже может простоять. Стоит, стоит, стоит. Давай, давай, включи. Ой. Ничего. Такое ощущение, что она кричит вперед. Вставай, вставай. Значит, еще лучше залезть. Они поспали вообще мало. Сами проснулись. Милана проснулась, разбудила Дамира. Ну вот, как это было. Стой, стой. Да. Ты моя девочка. Умница. Вот так, да. Язычок. Милана, Милана. Тебе же неприятно, когда Дамир так тебе делает. Его обоих, да, пальцы? Да, это я со склада, чтобы потом помыть туда ванну. Ну да, уже. Мы сейчас будем убирать манеж и открывать вот эту вот сторону. Там 100%. Может быть, есть место.
А у нас такой ледяной дождь прошел. Гляньте, видно на окнах. Такой сильный, да, Рушан был? Прям резко так. Ага. Давай, я помогу. Деток пока завлекли мультиками. Когда редко мультики смотришь, ну, они смотрят, они прям такие завороженные, да. Ну, хотя нет, хотя им больше нравится, когда что-то здесь, перестановки какие-то такое. Угу. О. Так, ну, я вижу здесь то, что можно, в принципе, без упаковки хранить в шкафу. Угу. Угу. У нас да пилотик. Нет, твое. У нас пилотик немножко это болеет. Я не знаю, что случилось. Такая же у него сейчас фигня, что у маминой Лизы какая-то неприкосновенность. Вроде ты его не затронул. Начинаешь вот так вот делать ногой. Или мама чувствует, у него как-то махнула что-то где-то. И он завизжал. К нему даже не притрагивались. Что это такое? О, смотри, вот эти вот чехлы можно туда убрать. Да, там еще здесь. Да, у нас как раз там чехлы. Вот мы сейчас эти все чехлы поубираем. И плюс Рушан, не жалко бы диван отдавать. Он у нас и так, смотри, он весь вышаркался. Он у нас и так уже сколько пережил всего. Все гости, что к нам приезжали. Ой, аккуратненько, пилотечка. Все гости, что у нас приезжали, все они... Он уже отпахал, все спали. Дамирчика, давай мы пальчики уберем. Давай. А? Ты мой пупсик. Меланочка, ты уберешь пальчики со рта? Они уже сами включают мультики. Пальчик тянут, что пульт. На пульту кнопочку нажать. Да, Рушан? Да. Там, наверное, надо протереть или там чисто? Там чуть собрать надо. Да. Потому что семечки. Эти вот подушки вообще мне не нужны. Зачем нам нужны эти подушки? Это твоя, ты себе заказывал когда-то. Тебе она нужна? Мне нет. А зачем она такая страшная? Или оставим потом в детскую, да? А потом, может, оставим, может, потом в детскую, потому что сыграем сейчас таскаться. Потом. Он не так много места занимает. Ну, смотри, вот эту я оставлю. Это икеевская подушечка. Да, эту я оставлю. Это одеяло недавно здесь стояло, ты туда заткнул, воткнул, нет. Да? Как нет? Это другое одеяло. 140 на 200? А ты уносил туда одеяло, я тебе давала такое же? Да, то, что не давала. Нет, это здесь оно и было. Как два? Я сейчас недавно еще заказала. Нет, это на матрасник. Блин, что мы смотрим? Это на матрасник, на резинке. А я и думаю, у нас одно только было детское одеялко. Семечки будешь, нет? Где? Там? Нет. А это, оказывается, на матрасник бамбуковый. 140 на 200. Ага, на кроватку как раз. Пойдет потом. А я заказала одно. У нас есть одно одеялко. Точно, вот один в один. Мы еще показывала, не помню. Я заказала еще одно, потому что нам одного не хватает. Доченька, давай мы уберем пальчики. Давай. Интересный мультик, да? Доченька, да, я тебе сейчас гольфы мультик одену. Че, гольфы одеваем? Да, давай одевай. Что, ну невозможно. Не посмотри, мы же не можем тут с ними стоять возле них постоянно. Дочь, я не меньше буду психовать. Сейчас потихонечку, автоматом. Опа, все. Давай там, где фиолетовые эти гольфики. Чистенькие. Вкусно. Рушан говорит, Дамир, сейчас так модно, понимаешь? Злишься? А не надо. Злишься? И у Миланы тоже так. А ну а что поделаешь? Что поделаешь? Вообще все равно, да, дочь? Как злимся. Вот так, да, доченька. Вот так злимся. Вы мои кузнечики. Что, будем сейчас их... А, давай мы сперва все уберем, да, потом их обратно поставим. Мы уже погуляли, походили, поползали. Мы же вон коврики постелили. Они так подкусывают, это не страшно. Точно, главное, чтобы не сосали. Что не сосали? Пальцы. Видишь, она уже в рот слюнет, она пытается... Ага. Ага. Да? Ой, ничего страшного. Ах, такой. Ну ничего же, ты же не сильно ударился. Да, носиком немножко задел и все. Ой, мой. Все. Это хорошо, что тебе мультик не интересен. Сейчас он снимет с нее, она снимет. Они сейчас друг другу помогут. Давай, говорит, я с тебя, говорит, сниму, а ты с меня снимешь.
Опа, папочки. Надо накидать. А где ее там молоточки? Давай сейчас им накидаем, они, может, не будут смотреть, это будет хорошо. Спасибо огромное нашим подписчикам, которые вот так вот стараются, присылают. Мы вам очень и очень благодарны. Вот такие вот носочки прислала нам наша зрительница. Это на вырос нам уже на следующий год. Спасибо, спасибо вам огромное. И вот такие вот ботики. Дамирка в них уже бегал. Вот такие синенькие на Дамира и на Милану. Вот эти нам как раз. А эти уже пойдут нам на следующий год. Спасибо вам огромное. Очень приятно. Прям вообще огромнейшее спасибо. Смотрите, какая прелесть. Как все красивенько. Вот так вот. Мамины пирожки с капустой. Рушан ездил к маме, привез пирожки от мамы. Ну, мама позвонила, говорит, пусть Рушан подъедет, я пирожков дам. А все равно Рушану надо было сегодня в ту сторону ехать в это время. А, он только-только, да, выезжал? Ну, да. У нас тут, короче, разнос, мы там все уже убрали. Я думала, короче, не закончится это никогда. Дамирчик, Дамир, Дамир. Идем сюда, идем к маме. Дамир. Дамир, Дамир, ты сейчас упадешь. Дамир, ну-ка давай иди сюда быстро. А там Милана мучает папу, сперва меня мучила, теперь папа. Опачки, ой ты моя, молодец. Папа замучил. А она сама, да, еще хочет? Она еще хочет. Дамирчик, идем к маме. Иди. И танцуй, и в ладоши хлопай. Да что я только не делаю, так. Автомобилист. Кто-то носок потерял. А, это у нашей гольфы, которую мы на руки сегодня одевали. Они час где-то простояли. Продержались, да? Потом Милана сама сняла, а Дамирка я, конечно, сняла сама. Вот. Салфетку рассматривает. Там всякие животные. Мне нравится. Она, кстати, Рушан только что по голове настучала, да, Рушан, тебе? Да. Взяла ладошкой, побила его. Так зачем мою лысину отхлопала? Да, так взяла одной рукой. Дамир тоже хочет. Молодец, давай сейчас. Я тебя научу ходить. Полетели, полетели. Давай с
вставай, вставай, смотри, ты сама стоишь. Тебе чуть-чуть осталось ножки, спинку ты держишь, тебе единственное ножки осталось подкачать немножко. Дамирчик, иди к маме, Дамирчик. Сынок, иди сюда, Дамирчик. Видишь, смотри, я вот спину держит, все. У нее не держит ножки. Я потом буду монтировать, буду смотреть, я не могу сразу, момент. Ну, кстати, подожди. Что, есть соплюхи? Да, что там какая-то козявка была, смотри. Обрати внимание, смотри, видишь, я сейчас вот, вот я за ноги держу, видишь, она стоит. Осталось только ножки подкачать немножко и все. Пилотик, что у тебя сладко опять? Вставай, давай. Давай, запрыгивай. Давай, прыгай. О, опа. Молодец. Так, надо тебе штангу сделать и будешь приседать со штангой. Вот так. Вот, видишь, она стоит. Я ноги вот слегка придет. Ой, эмоциональный ребенок, а. Она такое, наверное, вытворяет, да, Рошану? Ага. Доченька. Спокойно не можешь стоять. Так она же в шоке, понимаешь, у нее руки обе, она стоит, и у нее обе руки свободны. Дамир, сейчас я тобой займусь. Немножко ножки подкачать и все. Ты когда на массаж ходила, ты видела, какие упражнения делали там на ноги? Я боюсь повторять все равно. Помнишь, эта девушка говорит, я сама, говорит, посмотрю один раз, говорит, и буду повторять. А ей сказали, что ну лучше да. Не надо. Пусть делает это все профессионал. Я тоже не хочу рисковать. Мы только это ножки делаем. Ну, ты же видел, я это показывала. Угу. Ножки, спинка. Вот, смотри, видишь? Вот. Спина у нее все, она у нее вон, будто так. Видишь, смотри, сейчас я. Давай, давай. Она так не поднимется. Поднималась она у меня, поднималась она у меня. Ладно, попробуем вот так ниже колена держать. Вот, давай, оп, молодец. Вот это упражнение было. Села, встала. Посадили ее силой, вот так держали, где колено, как ты держишь. И заставляли ее подниматься. Первые дни она вообще не могла подняться. Видишь, она один раз она поднялась у меня, второй раз. Дамир дает понять, что нужно на нему внимание. Ну-ка, Дамир, а ты так можешь, нет? Ну-ка, иди сюда. Вставай. Нет, вставай давай. Вставай давай. Дамир ленится. Все, зря все. Поднял. Все, не справишься за меня. Бегу. Нет. Милана сколько здесь ползала, да, Мир? Она только салфетку рассмотрела. Ты сейчас все здесь разнесешь же. Он сейчас вот все разнесет. Ну еще, Дамирка, видимо, в ходунках побегал, побегал, все равно ноги устают же. Ага. Сейчас это тут уберу. Опа. Полез, полез. Так, пилотик, пожалуйста, пилотик, уйди, давай, иди место. Иди, давай, давай. Давай, 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 давай. Поворачивай, сворачивай. Вот, видишь, она оп, села, встала. Вот видишь, спина у нее сейчас поднимется, поднимется. Ой, молодец, доченька. Да, нам сказали, конечно, говорили на массаже по максимуму спинку прорабатывать дома самим. Все, что сказали.
сходите еще раз на массаж, проходите. Угу. Именно, чтобы ноги промассировали. Только давай после катам за этой. После катам, да. Ну, а там они могут сами назначить. Угу. Вот я же говорю, Дамир у нас такой, он у нас все перевернет. Да, Милана нет. По крайней мере, пока нет. А Дамир у нас, да. Дамир все вывернет, все перевернет. И здесь все, все, все. О, да, ничего. Давай-давай-давай-давай, туда-туда-туда, ползи. Да, Мир. Ну чего вы творите все? Да, Мирчик. Иди к Милане, ползи. Я чувствую, мы сегодня на мокром диване будем спать. А, обслюнявили. Все, обслюнявили. Ничего страшного. Дамир, да, пришел к тебе, Миланочка. Дамир пришел. Да, бубум туда, упадешь. Нет, Дамир. Так, вот весело. Может, тоже подключимся, Ришан? Угу. Так, правила дорожного движения соблюдаем? ДТП решил устроить. Смотри, еще туда, смотри, вот смотри, что делает, а? Дамир, не трожь ее волосы. Нельзя так себя вести. Но сегодня она его тоже за чип схватила. Ничего, ничего, скоро не смогут будет стоять. Скоро они будут друг друга кусать. Делать. Ой, ты молодец, доченька. Я думаю, она раньше пойдет. Она в этом плане усердна. Она прям визжит, орет. Походите со мной, я не хочу ни в манеже сидеть нигде, ни на руках, нигде. Только давайте меня поводите. И когда начинаешь с ней ходить, она же бежит, да, Рушан? Угу. Ты тут за ней еще пытаешься успеть. Нет, сейчас надо этот ее немножко этот. Так понял, немножко тренировать ее. Опа! Опачки. Бух. Давай. Бух. Вот так именно, чтобы она мышцы ног подкачать немножко, угу. Тогда она будет, тогда пойдет. Разворачивайся. Попик мой. Ладно, а то тут это. Я бы вам показывала и показывала. Сама посмотреть хочу. То я тут в камеру гляжу и ничего не вижу. Угу. Буду сама тут. Давай твоей маме заснимем видео, как она стоит. По камеру. Иди сюда. Иди к папе. Ты говори, не иди сюда, иди к папе. Ну ладно, иди к папе. Иди к папе. Иди сюда. Иди к папе.